Вот такой у нас куст ревеня. Два куста. Вот там вдалеке, около смородины, тоже куст ревеня. Вот такой шикарный вырос прямо на глазах. Особенно после теплых дождиков. Вот такой шикарный. Для компота, для салата, варенички в пирожки. Вот это его будут семена. А вот это садочек. Ромашка тоже. Если будет сухая, жаркая погода, в течение недели она зацветет.